Заключительный этап турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» прошел на площади Куйбышева. За победу боролись мальчишки и девчонки, победившие в своих районах и вышедшие на городской этап. Возрастных категорий 2 – 2009-2011 годы и 2012-2015. 13-летняя Виктория Франк рассказывает со спортом на «ты». 3 года успешно занимается фехтованием. Заняла 1 место в школьных соревнованиях, 2-е в городских. А летом с удовольствием играет в футбол. Я очень люблю спорт. До этого занималась спортивной аэробикой 8 лет. И мне я люблю спорт и занимаюсь им с удовольствием. Варя Тамазовой дома тоже не сидится. Девочка 9 лет занимается танцами, а также карате. И 4-е лето участвует в футбольном турнире. Я просто люблю спорт, и я всегда люблю участвовать в таких играх, особенно за лицей, за школу. Я чувствую то, что какую-то радость, изнутри вот что-то тянется, прям слезы, наверное, радости. Егор Коломин настроен решительно. Говорит, на поле выходит только за победой. Я принимаю уже 3-й год подряд. Каждый раз мы стараемся, выигрываем район и выходим на город. Приятно всегда выигрывать. В этом году турнир по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» юбилейный. Он проходит в 15-й раз. С 2019 года проект вышел на всероссийский уровень. К нему присоединились 73 региона России. В период летних каникул такая пауза возникает в соревновательной деятельности. Поэтому турнир «Лето с футбольным мячом» решает вот эту задачу, когда мы не бросаем детей. Футбол – это вид спорта, и как в любом виде спорта, мы ждем сюрпризы, ждем неожиданности. Как говорят, мяч круглый, поэтому игра покажет, кто будет сильнейшим. Реализация проекта тесно связана с целями и задачами национальных проектов и способствует развитию спортивной инфраструктуры региона. Ведется постоянный мониторинг спортивных площадок и школьных полей. Благоустраиваются имеющиеся и строятся новые площадки. Увеличивается количество дворовых тренеров. А главное, растет число детей, увлеченных спортом. В Самарской области при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется работа по развитию спортивной отрасли, созданию условий для занятий физической культурой и спортом, развитию необходимой для этого инфраструктуры. Победители городского этапа чемпионата «Лето с футбольным мячом» поборются за победу на областном этапе соревнований. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.